Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. В этом ролике мы рассмотрим систему граффити. Я вам покажу, как это работает, что нужно делать и что за это получают. Также расскажу, где брать баллончики, какие баллончики лучше там и так далее. И, конечно, мы в этой серии нанесем свое граффити. Я вам покажу, как это делается. Вроде бы как об этом еще никто не записывал видео, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. На прошлом ролике вы показали отличную активность, 170 лайков. Давайте на этом ролике постараемся набрать 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто планирует играть на проекте Мазинхо Реплей, конечно же, есть промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервере, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Подобное еще никто не записывал, я хочу быть первым, поэтому сегодня я вам все покажу, расскажу там и так далее. От вас просто хочу видеть максимальную активность, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, в принципе, о этой системе. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Давайте поговорим о том, где брать вообще эту краску. Краску низкого качества можно найти у скупщика Степана или на дне моря во время крушения корабля. Краску высокого качества можно найти в военном поезде, который потерпел крушение, в ящике на нефтевышке, в семейном ограблении, во время ограбления дома или особняка, во время семейной гонки, на дне моря во время крушения корабля. Но, пацаны, есть еще имбовая краска, но выбить ее можно только в рулетке. Итак, давайте я вам теперь расскажу, что нужно сделать, чтобы вообще этим заниматься. Как бы эта функция доступна, получается, для организации, для нелегалов. Но данную функцию можно купить для семьи. Пишите команду F-меню, заходите в ваучеры, обменник ваучеров, улучшения. И здесь есть, получается, искусство прежде всего. Чтобы вам заниматься граффити, вам нужно купить вот это улучшение. У нас как бы оно куплено, поэтому мы, в принципе, можем этим заниматься. Данное улучшение стоит 500 ваучеров, пацаны. Да, это немало, но зато вы сможете, получается, красить, сможете носить граффити и также сможете воевать на корабле. То есть будет крушение корабля, оно происходит каждый день в 8 часов, и там вы можете участвовать. Но там очень сильно сложно, но я вам об этом тоже, в принципе, расскажу и покажу, но, скорее всего, в следующем ролике. У меня, получается, есть один баллончик, мне его наш пацанчик предоставил, потому что он на грабу ходил, и ему выпал вот такой вот баллончик низкого качества. То есть вы покупаете улучшение, у вас может быть либо в инвентаре, либо можно баллончики как бы ложить в фому. То есть можно положить, можно взять баллончик. Да, конечно, у меня баллончик низкого качества, поэтому его хватит на пару часов, но в любом случае я вам хотя бы покажу, как это работает, потому что многие, думаю, не понимают, зачем это нужно и для чего, и как это вообще делать. Получается, когда вы покупаете улучшение, вот это граффити в семью, у вас получается есть новая вот такая вот темка взаимодействия с граффити. И здесь открывается вот эта панель, начать нанесение граффити, закрыть текущий граффити там и так далее. Покупка ресурсов, процент контролируемых граффити у нас как бы ноль, потому что мы вчера нанесли два граффити, но из-за того, что у нас плохая краска, они через несколько часов слетели. Но все равно мы успели с этого немножко заработать, там получить патроны, материалы, ваучеры и деньги. Ну что ж, думаю, я вам в целом рассказал, как это работает, что нужно делать, как это купить. Давайте теперь поедем, найдем пустой граффити, ну, место для граффити, и я вам покажу, как наносить, получается, этот рисунок, и что мы за это получим. Ну что ж, я нашел более-менее спокойное место, потому что, я не знаю, будет кто-то мешать мне или нет, я это делаю первый раз, и я вам хочу, как бы, это показать. Поэтому я нашел такое укромное место. Если что, вот эти места разбросаны по всей карте, то есть они есть везде, и всего 50 мест, куда можно нанести граффити. Пишем команду F-меню, заходим в нашу панелечку и нажимаем начать процесс нанести нового граффити. Вот у нас получается баллончик, и мы начинаем его использовать. И вот у нас пошел процесс. Если что, пацаны, это как бы долгий процесс, поэтому, в принципе, полностью его показывать нету смысла, но я для вас ускорю.
Ну что ж, вот и на нас получается граффити. Вот так вот оно выглядит. Семья прежде всего. Целостность 70%. То есть, пацаны, это граффити не навсегда. Оно работает на несколько часов. Чем хуже краска, тем меньше получается оно будет работать. То есть у нас вот краска низкого качества. У нас, видите, целостность 70%. Это, кстати, в принципе, неплохо. Потому что вчера мы красили, у нас была целостность 30%. То есть, по идее, это граффити продержится дольше. Но, пацаны, оно не всегда. Оно со временем все равно пропадает. Самая большая проблема то, что найти вот эти баллончики, их не так уж и легко. Это нужно ходить на ограбления, на семейные гонки, на фанвары, на, получается, рейды там и так далее. То есть нужно как бы везде, знаете, быть, чтобы фармить эти баллончики. Это не все, что я хотел вам рассказать. Получается, после того, как вы наносите граффити, вы попадаете в рейтинг. Как посмотреть этот рейтинг? Пишите F-меню, заходите в панель, получается, граффити и нажимаете на рейтинг. Ну, точнее, процесс контролируемых граффити. И здесь, получается, вот отображается ваша семья, либо организация. Каждый час, пацаны, то есть каждый, по идее, мы будем получать 50 патронов, 30 единиц материалов, 0,050 ваучеров, 2000 рублей на счет семьи. То есть каждый, по идее, вот за эти 2%, видите, за одно граффити нам дается вот столько всего, в принципе. Ну и как вы понимаете, чем больше граффити, тем больше, получается, мы будем получать каждый по идее. Есть еще такая тема, пацаны, как скупка. Скупка у скупщика, или покупка граффити у скупщика. Вот, покупка ресурсов у скупщика. Но это можно делать только если у вас 10% граффити. То есть у нас 2%, мы это делать не можем. Этот скупщик находится вот здесь. И здесь у него есть такой вот пункт, как купить краску. Но, как вы можете видеть, у скупщика сейчас нету краски. Я так и не понял, либо у него реально просто нету краски, либо из-за того, что у нас мало территории, он нам не хочет их продавать. Поэтому я, пацаны, если честно, сам даже не знаю. Ну а так, если в целом, то система довольно-таки прикольная. Ну реально, типа, такого я еще нигде не видел. Поэтому мне эта темка реально понравилась. Да, конечно, 500 ваучеров, пацаны, это не так уж и мало, но в целом я считаю нормально. Но сама система, пацаны, прикольная. То есть появилось такое разнообразие. То есть можно теперь чем-то заниматься другим, помимо там фанвара, допустим. Я предлагаю вам немножко зачитать, получается, из блога про вот эти, получается, граффити, потому что я как бы читал, но все, пацаны, я не запомнил. Давайте я для вас прочитаю, чтобы вы тоже все, в принципе, знали. Для того, чтобы нарисовать граффити, вам необходима краска. Краска делится по следующим признакам. По всей структуре каждый бренд больше подходит для определенного времени года. Их, получается, 4 вида. Даже 5. Но 5 это получается с рулетки. Есть краска, называется она 317 инка для весны, супер граффити для лета, Осте Персе. И также есть краска Реомс, не знаю как правильно читается, для зимы. И есть уникальная краска Амазин граффити, которая есть только в рулетке, и она подходит для любого времени года. Эту краску можно получить с помощью золотой рулетки. По качеству краска может быть менее качественной и более качественной. Все это сильно влияет на то, каким будет конечный рисунок. Если взять неподходящую краску, да еще низкого качества, то хороший рисунок никак не получится. Что дает контроль над граффити? С каждого граффити вы будете получать некоторое количество ресурсов. Соответственно, чем больше граффити вы контролируете, тем больше ресурсов и денег получаете. Контроль на 10 плюс граффити откроет вам канал связи с скупщиком. Скупщик будет продавать вам разные ресурсы, какие вы только захотите. Чем больше граффити вы контролируете, тем меньше цена у закупщика. Ну что ж, я думаю, это можно заканчивать видео. Я вам, в принципе, все подробно рассказал, показал, как это работает, для чего это нужно и как вообще это происходит. В любом случае, темка прикольная. Я считаю, то, что лишним она точно не будет. Мало, конечно, кто этим занимается. Мы тоже недавно с этим познакомились. И я вам решил, в принципе, показать на нашем примере, как это вообще работает, где взять эти баллончики там и так далее. Я думаю, для вас это была полезная информация. Поэтому у кого там есть 500 ваучеров, у кого есть желание, можете пробовать тоже закрашивать там граффити и с этого зарабатывать разные плюшки. Ну а я вас всех приглашаю на второй сервачок, ссылочка есть в описании под видео, поэтому кто еще не играет, заходите играть на Мазинг. Ну и конечно же не забывайте вводить промокод, потому что вы за него можете получить деньги. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.